Добрый день, уважаемые подписчики, зрители моего канала. Хотела вам рассказать, что я уже начала подготовку на следующий год, на сезон 2021. Это высажен кариопсис в маточнике. Кариопсис низкий, махровый. Высота он не более 25 сантиметров. Такие вот пушистые кустики. Здесь, конечно, победнее. Это было в маленьких стаканчиках. Вот уже с хорошим развитием. Начал цвести. Безумный медовый аромат стоит. Как-то по зиме я делала видео, мы его делили в стаканчиках. Сейчас я высадила более 15 кустов. Это будут маточники, которые по весне выкопаются и поделятся. По ранней весне будет сделано еще одно деленочко. И к апрелю, к концу апреля месяца уже рассадка подойдет. Так что делаем задел на следующий год. Несмотря на то, что только конец июня, но уже нужно думать о следующем сезоне. Лучше всего размножается кариопсис это делением куста. Также можно семенным способом и черенкованием. Но так как у меня маточников приличное количество, мне хватит делением куста. В прошлом году я начинала с двух кустов. Довела до 200. То есть видите, прогресс хороший. Размножается очень неплохо. Оставила себе достаточное количество, которое я запланировала посадить и поделить. Так что будем ухаживать, смотреть за состоянием, поливать. А по осени выкопаем и проведем все процедуры, необходимые для его сохранения в зимнее время. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Будет очень много интересного.